американский журналист... Много ваших уже погибло. Поехал на Донбасс, чтобы узнать правду об этой войне. Вот если расскажешь всему миру о том, что здесь происходит, но только честно, вот это будет самое лучшее спасибо. Почему защитников своих домов объявили террористами? А я не с Киевом воюю, я с Америкой воюю. С Америкой? Америка вообще весь мир нагнула. И какие силы стоят за теми, кто сбил малазийский Боинг? Кто сбил малазийский Боинг? А разве еще не понятно? Вот я тебе сейчас говорю, это не мои люди сбили самолет. Ты мне веришь? Но тот, кто ищет правду, всегда рискует жизнью. Американский шпион Мэтью Макью приговаривается к расстрелу. Военный корреспондент. Премьера в воскресенье на НТВ.